Трубочистый Димас и Серега. Трубочистый, да? Очкочистый. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега. Как всегда, отличнейшее настроение. Сережка, скажи веселые слова. Филилить, привить. Сегодня у нас очень классная карта. Ролик, который набрал практически 9 миллионов просмотров. Если Петюк, уж тебе приятного аппетита. А мы с Серегой сегодня внутри организма будем лечить от вируса. Убираем зубы передние. Можно даже не так сделать, можем лучше вылечить. У нас есть такая штучка, называется удалитель. Просто поудалять пару зубов. Вот зачем они ему надо? Во-первых, будет лучше жевать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Стараемся ролики записывать с хорошим настроением и каждый день. Так, Серега, ты вырвал что ему? Коренной зуб? Нет, зуб мудрости. Так. Ну все, теперь уже лучше будет жевать. Можно даже было по-другому через один сделать. Ну, так тоже пойдет. Че, тогда пошли в кишечник, посмотрим, что он болеет вообще. Рот вылечили. Поехали дальше. Спускаемся на самое дно. Так, здесь у нас, я вижу, фонтаны еды. Может перегородить один из этих фонтанов, посмотри, что будет. Короче, да. Мы должны сейчас что, вызвать у него понос. Вот такая плита у нас есть. Большая какая-то. Плита, но она должна перегородить... А, это заскриптовано. Да. Конечно, мы так не вылечим, потому что загородили, оно все равно протекает. Ну, хорошо. Протекает, но ничего страшного. Человек зато просрется, как следует. Теперь у него не будет нормальных запоров. Вообще в туалет он перестанет ходить. Так, что это за проход? Надеюсь, не задний. Ой, я застрял. Ой. А, во. Пошли. Вот здесь у нас... Что это за наросты такие? Может их монтировка можно побить, и они пропадут? Это жир, Дима, это жир. Это ожирение, да? Так да, это ж тромбоз это... может быть, правильно? Да, лишний жир. Вот смотри, видишь, это лишний жир. Сейчас я его буду убирать. Давай, будем, все-таки мы же пришли лечить. О, вот. Красота! Смотри, лейкоциты пошли. Да. Хэштег, вот мы... Серега и Димас докторы. Так. Здесь мы оказались в легких, Дим. Это легкие? Большей части жрет виноград, из-за этого у него в другой части легких вырос виноград. Так, можно посмотрим. Вижу. Кстати, одна легкая заполнена водой. Он должен был вообще-то умереть. Ну то ладно. Ну да, это вода в легких. Мы же докторы с тобой. Мы должны и здесь разбить, чтобы пошла вода. А ну-ка. Так, это мы куда идем? Мы поднимаемся. Ого, тут меня как-то крутит. Серега, я наверх. Мы сейчас в сердце находимся. О, я слышу. Я слышу его биение. В этом есть прикол какой-то. Я еще в сердце ни разу не был. Угу. Так, куда нам еще надо? Давай теперь сходим. Давай сюда полетим, посмотрим. Так, а что у нас тут? Тут на картофанах можно пройти. Слышь, у него очень жирные эти вены. Да. Никак не проходится. Ну, ты видел у него что в желудке? Гамбургеры до кости. Это явно какой-то жиробасик. Напишите, ребята, в комментариях, что вы больше всего любите покушать. Я люблю... шаурму люблю очень сильно. С охотничьими сосисками. Сосисками, какашками, да. Я люблю окрошку. О, давай вверх полетим. Окрошка — это хорошо. О, мы снова в сердце. А что она не сокращается, ничего не сделали такого? А, ну это Гаррис Мод, таких возможностей нету. О, вообще. Давай вверх полетим. Полетели, там нас ждет это очень... Вот, еще одна жировая слойка, ломай, Дим, ее. Мочи, мочи. Что-то не хочет. Может, монтировочка надо? Вот. О, вот. Отлично. Так, давай посмотрим, что здесь. Здесь у нас еще одни капилляры. Что это такое? А мы в носу находимся, Дим. О, нос. Ноздри. Фу, у него вонючие козявки надо было вытащить. Фу, волосы торчат. Так, подожди. А еще выше у него есть мозг. О, у него есть мозг? Да, представь, у человеческого организма есть мозг. А я думаю, зачем эта штуковина в голове? О, мы сейчас будем ему зрение лечить. Ну чё, теперь ты будешь все видеть, да, про монтировку побить? Давай. Я надеюсь, он сейчас в зеркало не смотрит. Нельзя. Да? Эй, не лечится глаза. У него катаракта, наверное, или что это? Зрачок такой здоровенный. Офигенно сделано. Раньше я вроде такого не помню, что прям подсвечивалось так.
А ты пролети, голубые. Пролети чуть-чуть вот между глаз, пролети через текстуру. Да. Это так смешно смотрится. Это уже не знаю, это человек почти полноценный, правда без кожи. Так, давай в мозги реально полетим. Есть там мозги? Да. Темнота. Серега, я говорю, что мозгов нету, тут пустота. А ты, говорю, мозги есть. Два пацаны, тут свет. Так, источник света. А чё и свет не распространяется тут? Так, ты внутри самого мозга поставил. Какой мозг тут внутри? Его нет. У него есть. Ты вылети немного, вылети назад и увидишь его. Он такой маленький. Голова такая смешная, очень странно сделана. Когда у человека нет мозгов, это не лечится. Да. Это не вылечит никак. Так, я катаюсь по венам. Так, налево пойдешь, ничего не найдешь. Направо. Давай, короче, все-таки сюда сходим, еще посмотрим. Так, 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 так. Так, здесь мы были. Здесь мы были. Давай туда сходим. Классная карта, очень мне нравится. Ну, все-таки мы уже разбили. Сколько? Три тромбоцита было? Чека называется. Дим, а здесь, по идее, есть еще кишечник, если не ошибаюсь. Можем туда отправиться. Давай, показывай. Мы же путешествуем. Нанороботы сегодня в действии. Я за тобой. Так, так. Самое главное, мы это очистили. Вот теперь плывем вниз. Тут гамбургер. Ты застрял. Вот причина засора. А его никак не убрать, чувак, только высрать. А он въелся, надо человеку слабительное дать. Но это попозже будет. Так. Так, это вот мы что, в кишках? Я буду плавать здесь. Кишечник. Поплыли, поплыли. Так, что тут у нас, все нормально. Это сейчас толстая кишка. Получается, мы проходим путь говна. Да. Ой, круто. Так. Вот это так долго говно все идет? Все ниже и ниже мы спускаемся в глубину. Слышишь запах? Это запах дерьма и пердежа. Так, подожди, я так понимаю, что мы сейчас выйдем через... черный туннель. О! А, нет! Теперь это тонкая ниже. Кишка, я думал, то... Этот... Окно в Европу. А, вот окно в Европу, я вижу. Ой, класс. Летим. Серега, мне здесь нравится очень красивое небо. Да. А тут и толчок еще доработанный. И вверх телепортируют, в мозг. Так, так, так. А ну, подожди, я тут облечу все, посмотрим. Я под лечу. Конец хочу. Я под конец хочу запор его вылечить. Я знаю, как ты это сделаешь. Так, я в кишечник лечу, Серега. Давай, лети. И в окно в Европу сразу прыгай. Ух ты. Вот это здесь именно еды у него. Это ж надо жевать гамбургеры и не прожевывая, глотать. Он их проглатывает моментально, и при этом гамбургеры сохранили свою бомбу. Давай сначала взорвем бомбу вот здесь в кишках, в животе у него, а потом уже взрывем ему, как бы это ни звучало, очко. Мы ему расширим этот задний проход, чтобы он хорошо ходил Дим, в туалет. Смотри вверх. Давай я нам включу бессмертие сейчас, чтобы мы с тобой не погибли. А оно не спасет, оно не спасет нас. Да, ну тогда взрывай. Ого, царь бомба, я думал небольшую бомбу. Ну давай, скидывай ее. Так, ребята, мы сейчас покажем, как мы лечим организмы. Давай, пошла, родная. Эй, бомба, взрывайся. Я отсюда буду наблюдать, как ты ему желудок прочищаешь. Вот это жесть. Пустили нано-робота в живот. Ой-ой-ой, это 6 взрывов мощных. Офигеть. Я бы не хотел, чтобы меня так врачи лечили. Ну, так, а теперь мы положим одну небольшую, даже зубы повылетали. Так, давайте аннулируем. Мы сейчас с Серегой полетим и небольшую бомбочку в заднем проходе заложим для того, чтобы все-таки вылечить его полноценно. Желудок окно, прочистили. Окно в Европу. О, я знаю, как можно прочистить. Можно запустить... А, нет, это часть карты. Так, теперь мы опять проходим путь говна. Как бы это ни звучало. Плывем, плывем по кишкам далеким. Края. Берем с собой ля-ля. Гитару и больше ничего. И поем мы с Димасом ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, вот тут надо небольшую бомбочку заложить. Давай я это сделаю. Давай я положу бомбочку.
Эта бомба сначала выпускает газы. В принципе, что я обычно через эту дырочку делаю. Все, газы пошли, Серега. Там хана, Дим. Ого, чё ж она так жахнула? Там горит все? Да. Так, летим. Горю. Со всей силы летим. О, теперь какую бомбу ты хочешь туда засунуть? Вот эту? Она пролезет? Да. Так, давай я буду смотреть через небо. Чинкс. Давай, засовывай ее. Высовывай. Это так смешно смотрится и звучит, конечно, тоже. Так, давайте подальше, чтобы посмотреть на это небо. Человек сидит в туалете и не подозревает, что сейчас с ним произойдет. Мне кажется, он с туалета пролетит далеко-далеко. Можно было ему ракету в задницу вставить. Так, давай вот так вот, Сережка. Блин, а как она зашла, а входить не хочет? Ну то ладно. Ой-ой-ой. Трубочистый Димас и Серега. Трубочистый, да? Очкочистый. Ребята, напишите в комментах, как вы думаете, после такой процедуры человек полностью выздоровеет или еще что-то надо долечивать? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон Мага и Кирилл. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, на карте мы внутри организма. Будем мочиться в прятки. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ну что, Димончик, ты будешь первый искать? Я буду, я хочу, я хотел попрятаться. Ну ладно, Мага, ищи ты. Побежали. Я хотел спрятаться. А я думаю, что вы взяли спайдерменов, потому что вы же красные. Шмяк в кишки. А я кто, кстати? А, я Спайдермен. Спайдермен. Куда будем идти? А, вместе, да? Ух, тут шумно как. Так, куда бы спрятаться мне? Тут так красиво, я перестаю дышать. А я чуть не спалился, где я нахожусь, но ладно, потом спою. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так, вниз пошел. Здесь всякая фигня летает прикольная. Не ссы, я так 100 раз сделал. А, когда фигня летала тут? Да, что да. Что такое-то? Да. Клетки крови, что ли? Да. Мыльные это... тельца, о, белые тельца. А их покушать можно? Наверное. Все сожру. Так, я слышу, кто-то там чаль поет. Это я. Чомпай. Я чампаю. Понял. Слышишь? Угу. Это я чампаю. Что за слово такое дурацкое? Не знаю, но оно прикольное по-своему. Ой, кто-то отстал. Я в животе. На животе никого нет. В животе только дождь, да? О, кто там? Так мы что, одинаково запрятались с кем-то? А кто это? Так мы реально, Димон, одинаково запрятались, твое там, короче, сидел. Как где там, нормально? На, пойдет. Все видно зато. Да здесь тоже нормальная тема. Нас и тут хорошо кормят. Ага, да и видишь, тут летает всякая фигня. Мага, ну что, тяжело искать в кишках нас? Ну, да, так. Первый раз тут. Хорошее, вроде, Димас, да, место? Да, мне нравится. Главное, что не опа. Ой, я одну штучку сломал, Крит. Нет, там лучше отойди туда, лучше на другую сторону, Димас, я тебе советую. Спали, да? Кто там спайди? Вот идем, я тебе покажу, где можно Димон запрятаться, он нас не найдет. Иди сюда. Там очень мы нашли. Не, тут слишком... Меня сейчас конвульсии схватят. Кстати, у тебя тут другой цвет костюма, когда ты там стоишь. Да? Да. Кстати, через какое-то время карта начинает провисать. Когда я ее обнуляю, оп, и опять 60 кадров. Очень-очень странно. Видно, в этом организме очень много болезней, они проявляются. Мага! Мага, ну так нечестно! Я не мог туда наверх подняться. Ладно, все честно, молодчик. А он исчез куда-то, Димончик. А, Димончик? Нет! Он естественным путем сейчас выйдет. Ай, блин, а! Догнал. Я нашел всех. Я молодец. Так, а кого ты первого нашел? Кирюха. Ищи. Так, Дима, надо жестче запрятаться.
Вот, давай сюда, Димас. О, вот здесь. О, четко. Норм. Чего там, все запрятались? Да, да, да. Окей. Туда, Димас, погуляем. Лучше не идти. Это да, ты че, на очко. Димас. Ну просто, мне так нравится это слово. Ну да, ты палился. Димас, ты спалил нас. Давай, 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 короче, вверх, плывем вверх. А, плывем. Плывем, да, мы, короче, вверх поплыли. То, что мы можем, это пахота. А почему все отлетело у меня это? А мне нравится здесь плавать. Мне тоже. Это мы что, в желудке, да, где-то находимся? Да, в желудке, в желудке. Ну смотри, наверху как... Мне нравится небо хорошее. Ребята, как вам небо? Если это еще небо волосатое. Небо вообще, Димас, шикарное. Он попробую тут встать на картофанах, смогу? Туалетный утенок Димаса. Нет. Это прикольно. Ну-ка, я знаю тебя. Я тут уже был. Здесь так хорошо. Димас, умеешь рыбкой плавать? Да, могу и это, карасиком. А лягушкой? И лягушкой могу. А вот так вот, знаешь, на спине плыть можешь? Вот так да, вот, да, 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 да. Как я, можешь на спине? Конечно. А ну как тут ночной режим будет? Ого, все зеленое, как саки. Кстати, этот унитаз называется Modesty is Vim PV. Понял. Какой-то брендовый унитаз. Ну так, сру только в лучшее. Ну смотри. Давай искать. Не, наверх лучше не смотреть. А ты мага убил или нет? Нет, да, у меня... Четко, да? Красавчик, ждем их. Да, ждем этих двух. Хорошие были ребята. Угу. Че такой фонарь фиговый? Да нормально, зато видно текстурку твою, когда подсвечиваю. Вау, найс. А ночной режим включи, как прикольно сделано, все зеленое. Ой, все белое, смотри-ка. Если вот а, ты же с фотоаппаратом, давай я тоже возьму. Вау, найс. Оо, красота. Нифига себе, как светло тут. Димон, плывут, плывут! Я пошутил. А, блин. Это была шутка. О, я в туалете. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Опа! В смысле? Фух. В смысле, а где они? Блин! Они в туалете были. Нежданчик! Я там был! А Димочек сбежал. А я, Димас, успел сбежать. Тебя убили? Да. А я успел сбежать, прикинь. Так нечестно. Честно. Ладно, я тоже буду искать. Я беру пилпак. Погнали, ребята. Мочим их. О, его. Вот кем я буду. Проволочным человеком. Когда он падает вверх ногами, это классно смотрится, конечно. Вау, найс. Ребята, да, как аниматроники классно плавают? У тебя лицо такое раскрытое, типа. Стрёмное? А, вот что это за волос. Плывем, плывем, нормально. Как будто падение у меня. А я видел... А ты где, Димас, плывешь? Да вот плыву, плыву. А где плывешь? На дне кишков. Поднимаемся плыви вверх. Вау, тут такая наркомания дикая. Есть, Димона убили, а я стою, думаю, где-то он тут прыгнул должен проскочить, но нет. Я в глазах спрятался. Ах ты какой. Давайте я буду искать. А, ты будешь искать? Да. А я буду искать, я тоже буду искать. Ну два хочешь, ты ищи. О, давай, я искать. Давай, обнуляем карту, хорошо, ищи. Я Молтен Фредди буду, он такой классный. Окей. Я тогда буду в глазах начинать. Хорошо, все, я запрятался. Все спрятались? Да. Чёрт. Мочи нас, Димон. А, подожди, стопай. Я иду вас искать. Не убьешь ты нас. Не убью. Я спрятался. Ух ты, все ух ты. Спрятались. Хорошая нычка. Я иду вас убивать. Ой, прям напугал, не ребята, напишите в комментариях, это карта на прохождение или просто тут как бы для фана? Мне кажется, тут надо пройти и типа вылечить организм.
нет, ну что лечить? Не, если, ребята, вы хотите, чтобы мы эту карту именно на прохождение сделали, ставьте плюсики, мы запили с удовольствием. Так, а я тут пока бегаю. О, я слышу, как ты чмякаешь там ногами. Чмяк, чмяк, чмяк. Да-да-да-да-да, вот так вот. Ах ты! Дима, ты испугался! Мага, ты хорошо спрятался. О, Мага, тут дошики в животе. Это не твой организм? Приправа. Приправа от дошиков. Дима, ты так прикольно ползаешь, у тебя это, короче, проволока наверху постоянно. Ты как грибок какой-то. Ну я за тобой, я за тобой. А так, Дима, даже страшнее. Да-да-да. Ого, так стрёмно, знаешь, тебя напугает. У него что ли голова перевернутая, непонятно. Возможно. Это не точно. Ох, я какой быстрый. Ой-ой-ой-ой-ой. Где-то они здесь. Как клюшка. Как клюшка. Я плыву в самый низ. Оп. Я пока исследую. Смотрим, смотрим, смотрим. Че, Дима, там никого внизу, нет? Не-не-не-не-не. Я и вверху уже тут смотрю. Ой, ну это хорошо. Я, кстати, там... Я в глазах же начинал, наоборот, искать. Там никого не должно быть. О, лазить же можно, забыл. У меня самое хитрое место. Да, у меня тоже. Да, у меня тоже. Так, я знаю, где. Они где-то здесь. Пройти не могу, будем лететь. Они просто дошики, я сейчас их найду. Так, ползем. Пролезу, не пролезу здесь? Так, ну, не пролажу. Да. Очень плоховато. Оп. Так, смотрим, ребята, где-то они здесь. Шпёньк! Так, а где мага? Мишка. Не могу его найти. Все, попался мага. Нашел, нашел его? Отпускай коньки давай. Отпускай коньки. Шикович, ты где? Я сейчас догоню. А я вот догоню сейчас. Он где-то либо тут, либо там. Замечательно. Серьезно? Он в туалете, он в туалете, я его вижу. Он вон тут, он вниз спускается. Он внизу туалетик. Мочи его, мочи. Ну. Есть! Мага убили! А где ты его убил, Кирюха? Да, он в унитаз спускал. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Енот. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас «Мы внутри организма человека». Пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Всем привет! Здорово. Сегодня мы будем играть в прятки. Я должен буду вас найти. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А вы, пацаны, разбегайтесь. Здесь очень много классных нычек. Есть сердце, есть легкие. Ну, есть жопа. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И не забывайте ставить лайкосик. Пацаны, я беру пока месть убийцу. Знаете, кого я возьму? Я возьму маленького челика. Все, я спрятался. Так, давайте, 5 секунд так еще даю и буду начинать выдвигаться. Это у нас глаза. Так что, если вам что-то мешает в глазах, это я. За него троник, как вам залезть сюда. Так, эй, ты что, я тебя убью сейчас? Все, пацаны, я начинаю потихоньку спускаться вниз. И начинать вас мочить. Есть! Серега! Ну как ты так? Кстати, реально тебя еле увидел. Ты на косточке под водой. Ну красава, молодец. Отвечай, если бы я упал с другой стороны, не увидел. А так как я падал с этой стороны, промелькнул твой ник. Я камеру поставил еще и вижу, ты спускаешься. Думаю, и прям на меня бежишь. Я такой думаю, все, мне хана. Так, я, наверное, что-то пропустил. Я беру пилпак. Давай, вместе теперь... будем лупашить. Ты меня пропустил, кстати, только что. Так не надо так говорить. Я ж сейчас тебя найду за этого тогда. Найдем и сожрем. Меня пропустил, да? Сожрем. Так, так, так. Я спускаюсь ниже. Ты главное ко мне не приди. Приду, приду. Я иду в одно место, где окажутся все люди. А где они окажутся? Не найдете. Я слышу. Ребята, смотрите, куда я. О, подождите, а где это я? Так, еще ниже. Я угадаю, ты в толчке, да? Я из жопы вылез. Но я и говорил, куда попадают все люди. Так. О, еще ниже есть. Ничего себе. Так, давайте ничего посмотрим, что здесь у нас. Давайте подорвем ему пукан. Не надо, не надо.
Кстати, мы на этой карте вообще ни разу ничего не взрывали. Так что мы же в конце ролика реально жопу подожжем. Так, так, так. Серега, ты нашел кого-то? Минус двух. Красава, Серега. Все, давайте, ребят, берите аниматроника, ой, помогите. Ой, Серега, я просто так еще раз. Кто ты такой летает? Я в самом легком, но... Ой-ой-ой, прозевал. Но оно не такое легкое. Слышишь, Димас, нет? Да. Нет, самое легкое... Есть, есть ингрипа, пунда. Давай, так, я туда не могу попасть, там забито легкое. Остался енот и бульбозавр. Ищем, и ищем их. И чумной. Ого, их тут еще, сука, осталось. Ничего, найдем. Найдем, найдем, все будет хорошо. Там их сильные остались. Да я хорошо спрятался, вы вряд ли меня найдете. Так. Где ты, кстати, привет, Димас, я Кельсик. Ну, я тебя найду. Так, подождите, подождите. Очень запутанная карта. О, что за звук я слышу конченый? Я люблю такие звуки. Это я, Димас. Так, 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 все у нас тут, ничего. Давайте сюда побежим. Мы отсюда пришли. О, во-во-во-во-во-во-во. А там куда ушел? Эй-эй-эй, меня не кусайте. Подождите, я тут был? Был. А что это за дырка в легком? Там гуляет, там. Так, проскакиваем на жопе. Так, мне кажется, еще кто-то тут есть. Я нашел бульбозавра. Отлично. В толкане, да? Да, в толкане. Там еще ж этот обзор уменьшается, иногда не видно, да, кто там далеко. Да. Надо прям углы чекать. А я проверяю, вдруг здесь еще кто-то. Енот, я знаю, что ты в толчке спрятался. Нет. Ищи, ищи, ищи. Серега, я к тебе. В толчке. Я в своем любимом месте. В жопе, что ли? Нет. А где ты? Практически. Практически. Я понял. Я, давай, давай. Я понял, где он. Я вижу маленького спинчика. Чпонькс. А, я по кишке лупашу, я понял. Это толстая ты кишка. В кишке? Да, я сейчас в кишке. Чпоньк. Так, не вижу. Что это за штука летает такая блестящая за мной? Привет, чумной. В смысле, фисер? В смысле, чего? Все, мы всех нашли или нет? Нет, енот остался. Серега, ты всех убил, никого меня не оставил. Почему? В смысле, ты Angry Panda? А, ну спасибо. А, тебя ошибил, ну да. Так, что тут у нас? Я туалет обыскиваю, тут вода такая грязная, ничего нету. Так, я сейчас тпхнусь, наверное, назад. Ну дай пройти, ё. Там тупик, здоровый. Так, мы не поднимемся наверх, давайте вот сюда. Что у нас тут? Я тут ни разу не был еще. Был, 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 был. Но никого не нашел. Ай-яй-яй, бежим, бежим. А где вы, где вы? А я бегу от вас подальше. Зачем вы мне нужны? Я пошел. Куда он? Эй-эй-эй. Я от вас подальше. Как подниматься? А, во-во. Так нифига себе, тут нужно по венам подниматься. Класс, оно потоком выбивает вверх. Ой, ой. Что, что за баги? Так где это мы? Я уже думал, рабочий стол. Не-не-не-не. Где я? Вот где я? Не могу найти его, пацаны. Стараюсь. Я не понимаю, где я. Я могу уж тпхаться, да? Не. Почему можешь? Могу, да. Спасибо. На R. Пацаны, ну что, никого не наблюдаем, да? Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, падаем. Чпонькс. Ой, я вообще знаю. В жопе очутился какой-то. Ну да, привыкай, Серега. Это жизнь. Мы часто оказываемся. Я тпхался, я сейчас... Я вот прям сейчас тпхался за спринг плюш трапа и в итоге телепортировался за карту вообще в жопу мира. Пацаны, мы кого не нашли еще? Кого-то одного, да? Меня. Енотушка, ну что ты давай, такая? Дай нам меня кто-то прошел. Давай подсказку. Меня кто-то прошел. Так, наверное, не я был. А ты какой аниматрон? Я не скажу, какой аниматрон. Ура! Да? Я это сделал. Нет, ты не того. Вот, блин, ну ладно. Я сам бывает так. Вот жопа. А так обрадовался. Я могу выше тут подняться? Осталось слишком много, я достаю свое фирменное оружие. Меня не мочите. Слишком много. Не-не-не, я достаю свое фирменное оружие. Так, ну понимаю, там кто-то был. Если вас будет больше... Во-во-во-во, вот сюда надо.
сразу замочу кого-то одного. Не-не-не-не-не. Ой, привет, братишка. Ты мне? Не, ты не братишка, ты враг мне, я должен тебя замочить. Ты обосришка. О, давайте полетим в легкую, просто для эксперимента. Мне кажется, он в легкую. В легкое. Не надо в легкое. Давай не надо только в легкое. Надо, надо. Нет. Да он так всегда говорит, чтобы мы подумали, что он там, его там нету. Он так всегда делает. Это самый хитрый человек на планете. Я не самый хитрый, я даже не самый? Человек. А, ты не человек, я извини. Не человек. Извини, я ж не знал. Это самый хитрый язык. Давай, давай, скользи жопой. Это животное. Ну-ну-ну-ну-ну. Ой, я тоже что видел одного, он поскользил прям. А я могу сюда упасть, да? Не помещаюсь я. Все проходите мимо меня, я вас вижу, а вы меня нет. Вот так. Потому что ты через этот палишь. Через карту, как через стену, наверное. Да вот, нет. Я из угла в угол перемещаюсь. Я уже тут в кишках, я уже все кишки изучил наизусть. А тебя не нашел. Я из угла в угол. А, это наш. Погнали пониже. Погнали, давайте, ребята, спускаемся вниз. Из одной к стеночке, другой к стеночке, из одной к стеночке, другой к стеночке. Умный, да, сильно стал? Испоганься. Нет. Я не умный. Сейчас тебя найдем. Да, давай, давай, давай. Я сказал, будет вас больше трое, я одного замочу. Даже двоих. Как шальное поле. Не-не-не-не-не-не. Не получится, мы моментально гасим. Ну, вы сначала должны моментально меня навестись, а потом же гасить. Нашли? Не, ну, дай подсказку. Давай, реально, ты какой-то сильно имбовый челикс. Я? Да тут панда мимо меня проплыл. Проплыл. Да, я не в туалете, я плаваю. Он плавает в кишках, скорее всего, под булочками. Кто знает. Может быть и нет. Ой-ой-ой, прям в пищевод резко. Я просто говорю то, что мимо меня был панда, а когда, я не скажу. Ты ж лоб, так нечестно. Все честно. Не! Да. Дай хоть выстрел сделай. Или что-то сделай. Взрыв. Взрыв сделай небольшой. Ну там бомбочку, гранатку взорви. На самом деле тут так шумно, мы не услышим. Не? Не слышно? Может вы не слышите, я тут такой взрыв сделал. Блин, не можем тебя найти. Да, я пардону. Пацаны, я не могу его найти. Я сам себя убила. Но это не считается, мы должны его найти. Убить должны мы его. Ой, а где я? Я обрядно. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, тут так заблудиться можно в этих кишках. Ну, клип используешь. Так. Пошел вон чумной. Мочи его! Он в унитазе, народ. Я к нему. На. Убил? Я так... Убил. Наконец-то. Я его. Не надо. Разбавляем игру. Разбавляем, да? Догони енота, да. Васаби с кровника. Двойное убийство. А как вы его не можете убить? Абрам, мы друг друга убили. А где он? Ну где именно? Я уплыла. Оно уплыло, да. Он в башке. Я не ты. Ой, вас много. Ой-ой-ой. Не того. Обнаглела эта морда собачья. О, Димасня. Ой. Ой, Сережня. Я тебя не вижу. А я вас вижу. Ты задолбался, админ. Да пусть будет, мы его убьем, не ссы. Близкого, пошел. Вот, пошел. О, стреляй, куда попало. Шальное поле, давай. О. Так где эта морда? Тут. Прям перед тобой был. Вот так значит, да, ты со мной? Ой, извини, да. Извините, ребят. Не извиняйся, Серега. Не подходите ко мне, я его сейчас сам. Не задолбалась. Вот так значит, я с ним по-хорошему общаюсь, он меня мочит. Я реальный. Нереальный. Вот что за бомба. А что это такое? Она должна была взорваться, но она не взорвалась почему-то. Мочите бомбу эту, я хотел взорвать. Я убил. Ребята, сейчас мы будем взрывать ядерную жопу. Ой, ядерную бомбу. Взрываю. Давай. Сейчас чувака должно поднять. Ой-ой-ой. О. Результат. Сережня.
результат Толкан сделал. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас называется «Организм человека». Будем его изучать и, думаю, угадывать органы. Диманчик, поздравайся. Всем привет. Ну что, погнали вниз. Погнали, смотрите, начинаем с зубов. Кстати, зубы ломать нельзя, но их можно трогать физганом. Так, смотрите. Опа. Димон, о, смотри, тебя коренной зуб взял. Ого. На счастье тебе. Они не выдвигаются сюда, не? Не хотят. Ой. Ну, короче, нас кушали, и мы идем. Так, ребята, приятного аппетита я вам желаю. И да, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Прыгаем. Пойдем, Димас, вверх сначала сходим. А мы можем потом через... А как? Мы можем только потом через кишки там подняться, я проверял. А, да? Ну как, я пролетел так, посмотрел, что можно. Раз, два, три. Летим. Ой-ой-ой-ой, это мы, короче, в желудке, смотрите. Здесь гамбургеры недоеденные. Знаешь, Димон, очень странно. Они какие-то целые, он что, их не жует, что ли? Фу, это что, говно льется? А нет. А что такое в желудок сильно льется струей? О, ничего себе. Ничего себе, точно. Это, наверное, как кровь, что ли. Лейкоциты какие-то в крови. Ляжка надкусанная. Обжора. Так, мы можем, Дима, по струе подняться вверх? Спуститься. Вот, Дима, смотри, мы можем подняться по струе. Димас. Да. А если в самый низ спуститься? А не, мы тогда сразу пойдем уже в жопу. А, ну давай. Вот смотри, вот я сюда залетел. Наверху тут полазим. Погнали вниз. Вот я. Давай, я внизу, Димас. Да не, давай еще исследуем, до головы полетим. Там мозги должны быть. Там жопа. Я здесь. Это класс. Вены? Артерии? Да, да, да. Что-то а я не могу вверх подниматься, но мы потом найдем. Тут все должно быть четко. Вау, Димас, это круто. Интересная карта. Давай наверх сюда. Так, 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 поднимайся. Я наверх, я наверх. Ой, поднимусь. Круто. Давай сюда. Так, Димончик, ты где? Да я внизу, я упал. Вниз, 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 вниз. Подожди, а что тут такое у него? Это у него, короче, закупорка вен. Давай сюда, Димас, я тут кое-что давай нашел. Как, Дима, называется эта болячка, когда вену так закупариваются? Ребята, если вы знаете, напишите венозная, в комментариях. Что-то там венозная система или как-то типа того. Ну, как-то по-другому. Артрит или артроз, вот как-то вот так вот. А где это мы? Кишечник какой-то или селезенка. А как нам туда наверх попасть? Не знаю, ну тут прикольно, кстати. Так. Не разбивается. Да, пойдем, ладно, сюда. Видишь, мы что-то освободили, и теперь тут тоже вот эти штучки. Мы освободили. А, теперь мы сможем наверх подняться. Да-да-да, давай. Может, такая наш организм загадка. Болячку какую-то вылечили, и теперь О, давай сюда наверх. Иду. А, понял, понял. Смотри как. Это получается... Мы могли тут тоже подниматься. Ну, пошли сюда. Пошли. Так, так, а подожди, а мы туда наверх взлетали. А что сейчас не взлетали? А, я взлетаю, пробел, Димон, нажимай просто. Не, Димас, тут смотри, мы кое-что еще пропустили. Иду вниз. Хочу упасть. Ну падай. Посмотрим. Меня вверх толкает, Димон. Я сейчас спущусь, я знаю, как можно спуститься здесь. Прикольно сделано. Так, вот я внизу. Лечу, лечу, лечу. Так, ты внизу. Так, подожди. Иду к тебе. Нет, не сюда. Так, Димон, куда? А, сюда. Вот, а вот, меня не оттолкнет сейчас опять вверх? Нет, 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 не хочу. Есть. Это не то же место, только вверху. Не, я спрыгивать не буду. Может, нам сюда? Нет, нет, нам не сюда. Ну, а там больше вариантов нету. Ну, ладно. Короче, попробую. А, вот мы с другой стороны, только выше. О, теперь мы на высоте прям. Как-то надо подняться выше по артериям. Что-то мы пропустили с тобой. А давай
Это тоже никак не поднимет. Запутано немножко. Как загадка. Да-да-да. Давай ничего сюда. Себе кишечник. Мы вроде все вылечили, эти штуки все побивали. Может, и не все. Что теперь... тут бурлит у него все? Теперь мы сможем нормально уже, наверное, подняться туда и там уже что-то сделать. Так, пойдем. На самый верх? Да-да-да, вот сюда сейчас пойдем. Ух, четко. Люблю подниматься. Так ты сейчас просто вниз спустишься. Давай просто полетим на вавер, Димон. Давай, ладненько, давай. Полетим. Ну а что делать? Не могли мы поднять как-то артерию, чтобы она вверх нас поднимала. Можно было по сердцу побить. О, здесь сердце, точно. О, смотри, куда мы попали. И что это? Это, наверное, мозги. Так, тут ничего. Что-то на мозги не похоже, тут пустое место. Хотя у некоторых людей так и есть. Ха-ха-ха, на место мозгов ничего нет. Так, а куда вот тут были? Дальше? Были. Ты вот все лупишь. Да, давай. А-а-а, это челюсть, да, там, наверное? Да-да-да. Угу. Давай сюда. Иди сюда, Тимас. Это мы в голове, что ли? Ну да, где-то... А где глазницы на тогда? На лбу мы сейчас. А, на лбу. Так, чуть... Вот, давай, пролети сюда. О, глаза. Вот, глаза! Ничего себе, трубы сюда идут. Димас. У него точно иди хорошее сюда. Зрение. Иду, Димончик, прикольно. Ты в глазу. Заходи сюда. Ничего себе, даже эти сделаны капилляры. Классно, да? Четко. Классно выходим. Сделано. Это мозги, о. Димон, смотри. Мозги, давай, бей, да. Ну, я так пролечу, посмотрю, что там. Ничего пусто. Нет. Ничего себе, коробка здоровая. Это голова, что ли? А да, это... Да, это мозги. Кость. Так, ладно, спускаемся. Давай. Так, тут мы все исследовали. Здесь мы были. Оп. Лечу вниз. Ой, живой остался. Вау. Я в самый низ упал, Димас. Так, ну что... Хочу тебе сказать, что нам осталось только в самый низ. Я не хочу в жопу, но придется идти. Нам придется выйти естественным путем, как у всех людей на планете. Ой, Димас, тут я спускаюсь. Нашел. Хочешь легкие увидеть? Да. Вот видишь, Димас, где там ветка, типа ветки, короче, такие. Сейчас. Вот. Пролети вообще полностью. Я вижу. Вот ветки где такие, знаешь. Вот. Туда. Ну ты не... А, вот, да, ты да. Тут, смотри. Это легкие? Только сюда, никак не попасть, кроме как вот таким пролететь. Способом. Да. Не ломается? Нет. А чё не попасть? Попасть, Димон. Но... Не знаю. Можно. А просто мы наизусть не знаем все. Вот, все, Димас, осталось только в самый-самый низ спускаться. Ну, спадаем в желудок. Давай. Полетели. Типа поплыли. О, смотри! Тут гамбургер застрял. Я не знаю, это задний проход, что ли? Да. Давай спускаемся. Ну что, Димон, запах появляется? Ну да, или... да. Есть. А, мы ж под водой не можем нюхать. Ну и чё? Выходи. Так, погнали дальше. А, это давай, получается давай. Тонкая кишка сейчас идет. Она длинная, будет изворотливая, потом толстая кишка пойдет. А тут пища переваривается здесь. Ой. Ты едем? Так. О! Вот. Это мы уже в толстой кишке погнали. Видишь, да, она уже, видишь, здоровая. Слизь такая. Видишь, слизь, это говно. Ну, навряд ли. Это чё, всё, прощай, Димон, это очко. Димас, прыгай.
Все, ну в туалете, а это жопа. Это прикольно, ребята. А ну подожди, а что тут ниже? О, давай еще ниже полетим. В туалет. В канализацию унитаза, давай. Ой. Ой, блин, я испугался. Ребят, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.